если ты родился в горах, а не у моря, и первыми увидел облачные вершины, а не бескрайние поля, значит ли это, что твой характер будет другим? Если ты вырос под сенью скал, значит ли это, что у тебя другая душа, чем у тех, кто ни разу не видел снега? Есть ли твой народ в частичке твоей души, если ты родился именно здесь? И есть ли в танце твоего народа душа? Какая она, душа армянского народа? Меня зовут Анастасия. Я хочу научиться танцевать, как армяне, и прикоснуться к душе этого народа через их танец. Полувека в Армении происходили какие-то войны из-за того, что мы находимся на разных перекрестках, на перекрестках цивилизаций, на перекрестках вер. И думаю, всегда будет сложно, и всегда будет нужда героев. Всегда нужен будет героический дух. В наших танцах тоже это есть. Это очень трудные танцы, очень воинственные. Очень тяжело их танцевать в физическом плане. Но это очень гордо, и я стараюсь восстановить эти танцы, потому что это помогает. Понять дух, дух гор армянских и дух нашего народа. Найти ту стержень, с помощью которого нас трудно будет сломать. Красиво. Мы несколько лет назад решили, что у нас должна быть своя группа. Осталась только одна, которую я хочу говорить вам. Если взять вот эту все, например, целая надпись «Карим Ништабель Тойот», это означает «Карим Цитадель Армении». Это обрядовый танец, он называется «Мацунем дрель вэльдарун». Мацун – это как бы простокваша армянская. Этот танец танцевали только женщины и девушки наклонами, как бы заряжая
положительной энергии. Танцевали все девушки и женщины одного рода вокруг простокваши Мацуна. Мацун? Спасибо. Барилун соастреревас Аутарандернибас Боробац верлу саутран Сарвац лацер тангутан Боробац верлу саутран. В общей сложности танец – это моя суть. Мой образ. Это стихия в первую очередь. Но и вместе с этим это и безумство. Безумство храбрых поем и песни. Безумство храбрых, вот мудрость жизни. Это одновременно и мудрость. Но приходит такое время, когда ты не можешь танцевать. Тебе это уже противопоказано. Когда вот эти танцы для тебя становятся жизненной философией. Ты все начинаешь объяснять через танец. Цветы, сад, огород, дерево, камень. Ты начинаешь все это видеть через призму танца. Танец – это я, танец – это моя сущность. Спасибо, что оказался. Тут очень много пещер, и поэтому церковь тоже в пещере половина. Вот вы видели столько крестов, камней. Наверное, очень мало кто знает, что Армения – это первое государство, кто на государственном уровне принял христианство. Это было всего лишь в 301 году. Первое в мире. Да, первое в мире приняло христианство. И это очень редкая культура, на камнях высеченные кресты. Каждый крест-камень должно чем-то отличаться от другого. Несколько штук из этих крестовых камней принесли в дар святому Гегарту. А Гегарт – это не просто пещерная церковь, но и там хранится самая большая, один из самых больших святынь христианства. Там находится копье, которым прокололи ребро Христа. Вот Гегарт – это и означает копье на староармянском. Гегарт сохраняется здесь.
բավական է կերի մենանք ազնիվ մտացողա մեր տիսոսուն, մեր տիսիպան Ну что, да, нам в ту сторону. Ждут. Ореш. Я вас приветствую. Ореш. Я вас приветствую. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я приветствую вас. Добро пожаловать. Да. Ասեմ, որ քոչարիները տարբեր են լինում, քոչարիները նույն ձևի չեն լինում. Существует очень много разновидностей кочари. Каждый район имел свой танец. Этот танец идет от наших предков. В этом номере у нас участвуют и девочки, и мы пытались показать, что когда мужчины уходят на войну, женщины не только остаются дома, но и имеют даже право взяться за оружие. Сам кочари по своей сути — это дух армянства, дух нации. А вот у вас в ансамбле приходят те, кто закончил балетное или... Понял вопрос. Мы баналасы. Он на кимаяс мы банасы, я ребят дука зарманак. Парарвести доброс, я сирогакан, ха сирогакан имеч. Я здесь хаватасмем, авели кянка, авели нервка, авели ушка. Кансте парарвести усумнара наварто. В ансамбле есть как профессионалы, так и пришедшие из танцевальных самодеятельных коллективов, в которых есть что-то Огонек там что-то сказать. Армянский получается, это молния в нем есть. Искра. Искра. Во. Танцу кочари как минимум 3000 лет было создано во времена тотемизма. Это самое распространенное, что есть в Армении. Все разновидности кочари приурочены божествам овна. Коч, хоч, вот хой – это овен, который готов тарану биться, бодаться, воинственность. Вот смысл этого танца – воинственность. И наши предки, они старались повторить эти движения, чтобы в себе тоже найти это мужество, этот дух сражения. И вот такие танцы они танцевали прямо перед боем. А женщины с какого момента танцуют? Ну, это был вообще мужской танец. Это был обрядовый танец, но когда обряды начали терять свои значения, и оно перешло в бит. Mm-hmm. И женщины тоже начали танцевать этот танец. Чтобы почувствовать дух танца, должны почувствовать дух воинственности. Я должна говорить хаэфу? Если у тебя внутри уже скипело, ты даже не будешь спрашивать, могу я крикнуть, не могу крикнуть. Это уже взрывается корма. Я пытаюсь эту силу внутри сразу сбиваться начинаю. Ты чувствуешь дух танца или нет? И когда почувствуешь дух танца, не душу, а дух, вот эту воинственность, эту силу танца, ты независимо от себя будешь сжимать мне руку.
Я нападаю и становлюсь как победитель. 3, 4. Раз, два, три и... Хей! Хо! Ну, вроде все, научилась. Спасибо. В каждом движении есть танец. И в каждом искусстве сохранено элемент танца. Даже в пении, даже в архитектуре везде есть танец, потому что везде есть движение. И даже космос, который двигается, это уже ведь танец. Ну, в 40-м году, начиная с 20-30-х годов, Сафуи Лисицян начала думать о том, как лучше сделать систему для записи телодвижений. Это армянские ученые? Да. Вообще, эта наука называется кинетография. Этой системой можно записывать всякое движение. Любые танцы? Да. Не только танцы, а просто движения. И вы можете по этой схеме станцевать? Да, однозначно. А как, например? Вот это что? Это шорош, это руки, это голова, это в какую сторону голова поворачивается. Это означает, руки сцеплены. Так? Другую руку. Можно? Руки сцеплены через мизинцы. Это вот это? Да. А... И вы тоже свои так танцы записываете? Да, конечно. Я сейчас тебе подарю тот, который ты танцевала. Вот это Карно Кочари. Нилар кайнар танис хороди глорик кезите сахалавимис хороди глорик.